Бонжур, дорогие друзья! Одна из визитных карточек Парижа – это причудливые арки входов в метро Эктора Гимара, который объединил изящное искусство и суровую индустрию. В 1895 году муниципалитет Парижа объявил конкурс на создание входов строящихся станций метро. Гимар предложил смелое и утонченное решение, основанное на природных формах. Бутоны, павлиньи хвосты, стебли растений. Матовое стекло и зеленоватая состаренная бронза делали арки входов будто бы старинными. Адаптировали их к облику Парижа тех лет. И в то же время выглядели как ювелирное украшение популярного в то время стиля модерн или ар-нуво. Идеи Гимара встретили не только восторги, но и ожесточенную критику. Деятели церкви назвали творение архитектора мерзостью, кощунством и от чего-то развратом. Интересно, где это можно рассмотреть. Однако в течение 5 лет Гимар, невзирая на все эти оскорбления, создал входы более чем для 60 станций парижского метро. Ну а речь сегодня пойдет о наиболее важном аксессуаре в женском гардеробе, конечно же после очков, об обуви. Приобретение новой пары обуви считается одним из самых эффективных средств шопинг-терапии. Это доказано психологами. Когда человеку грустно, он концентрируется на прошлом, на своей проблеме. При покупке же он представляет и простраивает будущее, где он эту вещь оденет, кто его увидит, что о нем подумает и какой он будет красивый и модный при этом. Коллективное сумасшествие под названием мода предлагает нам самые невероятные формы и тренды. А еще из-за последних тенденций все труднее становится определить, где в магазине мужской отдел, а где женский. Все перемешалось. Давайте будем разбираться. Меня зовут Дмитрий Самаль, я дизайнер. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте интересное про моду, стиль и Париж. А еще у меня есть к вам просьба посмотреть видео и получить удовольствие. Известно, что туфель на шпильке никогда не бывает много. Они фантастически подчеркивают изгиб ноги, визуально увеличивают рост и придают уверенности в себе. Но только при условии, что вы умеете в них ходить. Сегодня я хочу вас познакомить с моей давней подругой и невероятно интересным и амбициозным человеком, Марина Шалимо. Что обувь ручной работы. Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица. Тесьма для того, чтобы эта полосочка не растягивалась. И потом это вручную друг на друга нашивается. Угу. Если туфель... Мы с ней дружим очень давно. Очень, кстати, к сегодняшней теме у Марины свой бренд обуви. Студия Сутория. И несколько магазинов, один из которых находится в очень престижном месте в Минске, торговый центр «Замок». Благодаря ей я узнал много интересного и поучительного про обувь. Марина сама расскажет об этом, поэтому передаю ей слово. Поэтому эта кожа была создана специально для нас и специально по мотивам пинакотеки Брера. Вкладки, это называется французский шов. Видишь, здесь нету стежков, здесь не видно, что сшито на машине. И вот так вот заложено, вот четкие такие линии заложенности этих складок. Это можно сделать только из премиальной кожи. И, конечно, прекрасно, когда нога натренирована, когда женщина может ходить и в кедах, и в кроссовках, и на маленьком низком каблуке, и на высоком. Но это тренировки, потому что там находятся мышцы, сухожилия, там, да, и надо тренировать стопу для вот таких вот экспериментов. Потому что если ты не садишься на шпагат и вдруг там сел, ты не скажешь, что тебе удобно. Да? Точно так же здесь нужны тренировки, тренироваться, выходить на каблуки. Ну, конечно, вот это то, что удобно всем, слайдеры, и то, что, наверное, должно быть в гардеробе. Ну, у всех там, да, потому что нам всем нужны низкие каблуки, опять же, учитывая ритм нашей жизни. И очень было сложно сделать элегантный слайдер, да, то есть как бы не потерять всю элегантность, красоту, там, да, утонченность и женственность в слайдере, потому что, конечно, в основном, сейчас основная мода, она вот такой упор на брутальность, да, а есть женщины, которые все-таки не утратили свою женственность и которых не устраивает брутальная обувь на низком каблуке. Угу. Да, это узел, это тоже морской атрибут. Угу. Да? Поэтому вот эта коллекция и вот эти вот четкие линии, угу. потому что морская тема – это не всегда про тельняшки. Вот это, естественно, цвета морские, они читаются. Да? Да. Вот правильный красный угу. и не белый цвет, а цвет слоновой кости, что немаловажно, потому что белого цвета как такового вот раньше не было, даже тельняшки те же были, они все равно был трикотаж, он был такой вот другого, не белого цвета, он был немножко вот такой вот, уходил в бежевую, в слоновую кость. Она, собственно, из тренда не выходит, много любителей образов, созданных с Мэри Джей. Да, и вот это вот так появилось. А это само ателье, где происходит проектирование и пошив обуви вручную. Здесь работают вот такие милые девушки. На этом месте отслеживается качество кожи. То есть эта пластмасса, она получается как бы затягивается, да? То есть туда вбивается гвоздик. Да, она, это форма будущей обуви. Да, колодка, это форма будущей обуви. То есть внутреннее ее пространство, куда потом входит нога человека. Марина использует импортное оборудование, итальянские колодки, которые позволяют сделать обувь очень удобной. С их помощью придается форма изделию, и их можно использовать до 1000 раз. Какие интересные разнообразные формы женских каблуков. Полая форма каблуков, чтобы ваша обувь оставалась легкой. Я оценил мужскую линию Сутория. Интересно сочетание материалов и цветов. Высочайшее качество. Одна из последних разработок бренда Сутория – кроссовки. Чтобы запустить это направление, Марина осуществила несколько коллабораций с известными белорусскими дизайнерами. Как, например, Игорь Соловьев. Это родня по юности. Мы с ним вместе учились в аспирантуре. Именно его кроссовки мне захотелось приобрести. Небольшой тизер Игоря с процессом создания изделия. В них я уже посетил несколько показов Парижской недели моды. Кроссовки полностью кожаные. Сделаны, разумеется, вручную, очень удобные. А главное, таких в Париже уж точно ни у кого нет. По крайней мере, пока. Игорь в настоящий момент преподает в Академии искусств. И его студенты сделали вот такие интересные разработки, концепты. Надеюсь, такое задание Игорь будет давать своим студентам и дальше. И в Беларуси появится много обувных дизайнеров. А еще хочу отметить коллаборацию с молодым художником Богданом Довгьяло, который создал вот такой арт-объект. Вполне утилитарный аксессуар ботинки были использованы как холст для картины. Каждая пара, а их было две, были расписаны несмываемой тушью и красками. Ботинки, а также несколько других работ Богдана были выставлены в арт-галерее Савицкого в Минске. Я думаю, вы уже заметили, Марина носит очки Дмитрий Самаль, которые ей подходят ну просто идеально. Потому что реально это очки, это стали моей визитной карточкой, да, это мой бренд уже, очки и красная помада, и меня все, конечно, узнают. Более того, очки – это такой вход в мир дизайна. А когда ты идешь в этих очках, это получается такая принадлежность миру дизайна. Вот такая замечательная у меня подруга. Хочу ей пожелать успехов. И, кстати, у Марины есть Инстаграм, студия Сутория, ссылку оставляю в описании. А мы перебираемся в Париж, чтобы прогуляться по Самаритену и посмотреть, какие тренды сейчас. В магазине достаточно пустынно. Еще утро, универмаг только открылся. Список разновидностей обуви поражает воображение. Ботинки, оксфорды, ботильоны, балетки, лодочки, мокасины, босоножки, сандали, вьетнамки, кеды, кроссовки, сникерсы, эспадрильи и еще столько же, если не больше, на всевозможные погодные условия и жизненные ситуации. Какой необычный позолоченный каблук на этих гибридных ботильонных кроссовках Dior с интегрированными носками. Мода на эклектику и на фьюжн. Известная марка извиняет от отсутствия вкуса и прикрывает нас аурой имени стильного дома. Но высший пилотаж – это комбинировать бренды. Какое божественное сочетание цветов. В бренды можно шутить, в бренды можно играть, бренды можно коллекционировать. Ведь мы покупаем манеру поведения. Есть такая старая французская пословица «туфли как мужчины». Чем они красивее, тем больше они делают больно. Это про лабутены. Несмотря на их красоту и сексапильность, говорят, что они очень неудобны. Насколько это так, не знаю. Я никогда их не мерил. Какие красивые круглые элементы, украшенные разноцветными шипами и заклепками. Хочется их бесконечно рассматривать. Последняя коллекция предлагает нервировать публику и блестеть бриллиантами, даже если это качественные стекляшки от Сваровски. В 2011 году Лубутен судится с Ив Сен-Лораном, который выпускает коллекцию с красной подошвой, чем, собственно, и славятся Лабутены. К счастью, Ив Сен-Лоран выиграл. Не хватало еще авторских прав на цвет. Бренд Кристиан Лубутен предлагает также вот такие сумки и сумочки с металлической геометрией. Очень нравится. Да, мода – это вещи, которые не нужны, и на этом она построена. Но следует помнить, что эмоции счастья от этих ненужностей просто зашкаливают. Леопардовый принт. Классика и модный мотив этого года – года тигра, который вот-вот наступит. Шпилька-стилет. Обувь на таком каблуке делает женщину выше и зрительно уменьшает стопу, придавая ей изящный изгиб. Популярный шпилек радовал далеко не всех, многие справедливо считали их травмоопасными. А также шпильки изрядно портят пол. В 60-х годах во Франции даже приняли закон, запрещающий обуви со шпильками переступать порог Версальского дворца. Шпильки сами по себе являются сексуальным символом, где женственность сливается с мужским доминирующим началом. Высокий острый каблук – символ властной женщины-госпожи. Думаю, выражение «подкаблучник» в пояснениях не нуждается. Ив Сен-Лоран говорил, мода не просто делает женщин красивыми, она дает им уверенность в себе. Такие великолепные позолоченные каблуки, логотипы, изготовлены ну просто великолепно, тхэщик. Хотя слышал, что у таких туфелек есть лимитация по весу. По-моему, женщине следует быть не больше 70 килограмм. Да, красота требует диеты. Хотя говорят, что мужчины делятся на две категории. Одни любят полных женщин, другие в этом признаются. В черном исполнении черный новый черный. Переизбытка черного не бывает. Луи Виттон, Луи Вагон, Луишка, Луи Вульгер, как его только не называют, любя, разумеется. Спортивный стиль чем-то напоминает интеллектуальную марку Прада, не находите? Хотя прадовские туфли более цельные, композиционно и образно. Рыбки в красивом бежевом исполнении. На ботинках этой же марки поселились кошелечки. Не знаю, насколько практично будет нагибаться, чтобы достать монетку и заплатить за кофе. Хотя вместо монеток туда можно поместить аксессуар для галантных рандеву, если вы понимаете, о чем я. Кроссовки, точно такие же, предлагаются и для мужчин. Интересно, они мне подойдут? Надо как-нибудь померить. Высокие рельефные подошвы выглядят стильно. Шанель всегда на высоте. Великолепные пропорции и, так сказать, timeless design. Обращая внимание на внешний вид и удобство колодки, мы редко задумываемся об истории происхождения обуви. Первые упоминания относятся к доисторическим временам и насчитывают не одно тысячелетие. С резким похолоданием и развитием первых цивилизаций древние люди начали одеваться в шкуры животных и обматывать ноги кожей. Забавно рассказывать про звериные шкуры и трогать при этом Шанель, украшенную жемчугом, стоимость которой четырехзначная. В повседневной жизни древние египтяне защищали ноги от горячего песка обувью, похожей на сандали. Плетеность осталась в моде и по сей день. Яркий пример – стиль интричато от Bottega Veneta. Открытая обувь, она обязывает к педикюру. Если вам кажется, что окружающие смотрят только на ваши красивые босоножки, вы заблуждаетесь. Первая обувь на высокой платформе была замечена у древнегреческих актеров театров тех времен, чтобы увеличить свой рост и быть виднее публики. Здесь подошва деревянная, судя по звуку. В средневековой Европе отдавали предпочтение закрытым туфлям с длинными загнутыми вверх носами. По моде того времени кончик носа украшался колокольчиками или бубенцами, так сказать, музыкальное сопровождение. В XIV веке по длине носка обуви судили о состоятельности и знатности владельца. В наши дни эту роль взяли на себя бренды. Природы нет плохой погоды. Ясно, что нужно с благодарностью принимать любую погоду. Именно поэтому в арсенале модниц и модников желательно иметь резиновые сапоги. Благо они предлагаются любых цветов, форм и комплектаций. В 17 веке женская обувь была ничем не примечательна. Зато обувная мода была исключительно мужской прерогативой. Мужчины щеголяли в роскошной обуви, в ботиночках на высоких каблуках, расписанными лаковыми миниатюрами. Мартан Марджела создал обувь, которая не выходит из моды уже 32 года. Называется она таби. Пока одни называют их копытами и самой уродливой обувью в мире, другие готовы отдавать сумасшедшие деньги за экземпляр в редком цвете на каком-нибудь аукционе. Если в мужском исполнении, надо будет как-нибудь померить. К ним, правда, нужно купить специально носочки, которые стоят 70 евро. Именно рассматривая такие вещи, понимая, что мода — это далеко не всегда про функциональность. Обрубленный плоский нос. Если перед этим были копытца, то здесь пусть будут уточки. Новенький отреставрированный Самаритен открыт вот уже как полгода. Сегодня здесь можно приобрести практически все. Одежду и обувь разных марок, элитных и демократичных, ювелирные изделия, бижутерию, декор и украшения, товары для дома и животных и многое другое. Мой репортаж с открытия смотрите, переходя по ссылке. А это лодочки-пилигримы, такие же, как носила Катрин Денев в фильме «Дневная красавица» в далеких 60-х годах. Всем рекомендую к просмотру. Какой красивый глубокий цвет. Какой интересный каблук с деревянной вставкой. Архитектурный дизайн. Выглядит оригинально и весело. Казалось бы, туфли — лишь небольшая деталь в общем ансамбле, но именно они играют роль первой скрипки, прибавляя наряду шарма или, наоборот, сводя его на нет. А сейчас в Париже неделя мужской моды. Обязательно с вами поделюсь моими впечатлениями. Подписывайтесь, комментируйте и до новых встреч! Au revoir!